мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Мы с вами вернулись на страшный остров в игрушку под названием Other 99, что переводится как «Остальные 99». Мы с вами записывали серию, как только эта игра у нас вышла в ранний доступ, но с этого момента только лишь единственный способ выбраться из этого острова — это пройти через остальных 99. В прошлый раз, конечно, когда мы записывали, игра была очень-очень-очень сырой. Ну, можете представить себе, что это вообще такое может быть. Самая первая версия раннего доступа. Что у нас, кстати, с настроечками? Давайте посмотрим. Видео. Может быть, как-то немножечко гамму подкрутить, а? Чтобы чуть-чуть посветлее было. Давайте вот так сделаем. Все остальное у нас вроде как на максимум. Да, вот так как-то повеселее выглядит. По крайней мере, мы видим все это. Я знаю, что на Ютубе еще немножечко все, затемняется, и поэтому можно вообще не разглядеть ничего. Игра была, ну, очень плохо играбельна. То есть у нее были большие проблемы с оптимизацией. Они сейчас, в принципе, наверное, есть. Нажмите Escape для того, чтобы выбрать Survival Guide. Смотри, у нас какой-то гайд есть. Давайте посчитаем, что у нас здесь. Здесь более-менее сейчас какие-то обновления вышли. Вроде как немножко пофиксили производительность и саму игру как бы так подлатали. Ну, конечно, это еще не релизная версия, но посмотрим, в общем-то, что изменилось. Потому что мне подобного рода игры нравятся. Здесь придется выживать, здесь придется сражаться с другими игроками. Пусть это не мультиплеер, но так или иначе, здесь есть какая-то интрига, есть какая-то тайна. Все это мы должны будем с вами понять. Значит, это у нас... Что это у нас? This is currently equipped weapon. Какое-то оружие, которым вы сейчас снабжены. Зеленая штука — это, видимо, голод. Красная — это холод. В смысле, это здоровье. Желтенький человечек — это у нас выносливости. Синее — это понятно, короче говоря. Ну, в принципе, все понятно. Тут только единственное описание, смотри, идет. Что-то идет описание... Ладно, мне кажется, мы с этим разберемся. В этом не будет никаких сложностей. Вот, я помню этого голодранца, который мы с вами нашли. Итак, какая-то записочка у нас здесь, смотри-ка, давай-ка посмотрим. Бери, все это бери. Я нашел пропеллер, он в клетке на северо-востоке этого пляжа. Единственный контейнер, один контейнер внутри находится. Я видел кого-то, еще другого на каких-то полках. И если я и Марло сможем добраться внутрь, то один на один шаг мы станем ближе для того, чтобы починить лодку. То есть нам нужно направиться на северо-восток, чтобы починить лодку. Так, это мы тоже с вами видели. Жалко, что русского языка пока что не добавили. Становится поздно, чтобы здесь оставаться. Они добрались до Марло. Я спрятал свои штуки. Behind the stump. Fix the boat. Починить лодку и скрыться. Короче, он... спрятал свои вещи где-то, мужик этот. Похож очень у нас мужик на голодранца. Что это у нас написано? Another way. Другой путь какой-то. Другой путь куда? Другой путь бич, на пляж. Другой путь на пляж. Типа там какой-то еще есть вход. Можем посмотреть на нашу карту. Она вроде как бы у нас есть. Я проснулся здесь, смотри, написано здесь. Как нам приблизить ее? Приближай, тебе говорю. На плюсик не работает. Why? Почему? 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 Это очень странно. Это наш блок вот такой вот краткосрочный. Раньше, по-моему, мы могли вообще его держать, а здесь мы должны будем ставить. Там внизу, по-моему, у нас первый какой-то был враг. Так, отлично. Нажмите I для того, чтобы зайти в свой инвентарь. У нас есть суп, корейская лапша какая-то, и у нас есть палка, которой мы можем вооружиться. Так, все, вооружились, да? Вооружились? Оружие доставай, нет? Во, все, палка, смотри, у нас есть. Копалка. Вот такой блок можем ставить, можем дубасить. Все-таки здесь поменяли. Насколько я понимаю, поменяли боевку, потому что она была у нас с помощью мышки. Насколько я знаю, нам действительно надо было управлять каждым движением нашего персонажа. Тогда бы он бил, здесь как-то немножко по-другому, да, по-моему, все стало. Вот, мы просто нажимаем, просто бьем. Мне кажется, так полегче, потому что в таких играх, я думаю, что нет большой нужды именно делать вот такую вот реальную, скажем так, приближенную по настоящей жизни боевку, потому что, ну, сложно. Подожди, где-то здесь на нас нападал первый враг. Что, они его убрали отсюда, что ли? Да, конечно, дикие просадки у нас по кадрам идут сейчас. Просто дичайшие. Но у нас зато здесь какой-то став есть. Мы давайте попробуем его заберем. Все это забираем. Сколько я понимаю, вот сама задумка заключается именно в том, что это типа как какой-то реалити-шоу, что это какие-то люди просто берут и загоняют сюда 99 человек. Мы можем ловушку эту убрать, да? Все отлично, тогда нас не услышат. Все прекрасно. Загоняют сюда каких-то голодранцев, которые друг с другом должны потом мутузиться и сражаться. Ну, не на жизнь, а на смерть. А они за всем этим наблюдают. There is a good. Хорошая возможность
умереть здесь. Так что я хочу использовать эту возможность для того, чтобы извиниться перед всеми, с кем я поступил плохо. Я не очень уважительный человек, и я не знаю, как мы мог с вами хорошо обойти. Что-то когда вы всегда заслуживали большего. Возможно, вы... что? Aren't for much longer. Be aren't. Я не понимаю, что написано здесь. Короче, возможно, вы... I mean, я могу больше здесь не быть больше, но я знаю... Вы будете лучше, вам будет лучше без меня. Я люблю вас. Пожалуйста, спасите, простите меня. 3 икса. Видимо, это Вин Дизель у нас оставил, что ли. Что это у нас здесь такое? Так, смотри, мы взяли какую-то банку опять. Еще одну банку берем. Отлично, бери. Это нормально, это нам поможет. У нас есть, это, я так понимаю, это не совсем ловушка. Смотри, что такое здесь, какая-то записочка. Ты хочешь найти выход отсюда? Меня зовут Флориан Хаудис. И как ты, я пытаюсь понять, что здесь вообще происходит. Так, как мне отсюда свалить? Чтобы свалить, я верю, нам нужно работать вместе. Так что если будем меняться информацией, то может мы сможем отсюда убежать. Найди меня, мой лагерь находится в пещере на пляже. Приходи в спокойствии, без войны, и возможно мы сможем с тобой вместе работать вместе. И агрессоры будут предупреждены. Так что надо пойти и проверить, что же там тут такое творится. Так, это мы здесь выходили. Отлично. Пойдем сюда. Вроде спокойно. Но здесь светло. Из-за того, что мы, конечно, выкрутили с вами яркость, все намного яснее и отчетливее видно. Куда пойдем? Сюда пойдем? Или пойдем вниз? Так, здесь, по-моему, мы ходили с вами в прошлый раз. Давай пошли вниз, посмотрим, что у нас здесь. У меня есть какие-то часы. Эти часы. И вроде как я что-то с ними могу делать. Вообще что-то никого нет. Это очень странно. Повсюду, кстати, стоят вот эти камеры слежения. Это явно какое-то реалити-шоу. Кто-то за нами явно наблюдает здесь. Ой-ой-ой. Что-то непонятно. То ли день, то ли что. Ну, реально солнце светит. Солнце или луна светит очень сильно. Опа, смотри, какой-то лут. Вражины. То есть, по идее, здесь, насколько я понимаю, на острове есть 99 человек. Так, это я взял. Факел. Вон нам пригодится. Смотри, еще одна записка, давай посмотрим, что здесь. Кто бы это ни нашел, ты мне нравишься. А, я такой же, как ты. Нет никаких идей, что здесь вообще такое происходит. Нужно найти, почему я здесь и как отсюда выбраться. You don't have to... Ты не должен убивать. Так что отправляйся к маяку. Свет. Это единственное... Что? Не сумасшедшая здесь. И написано, какая-то вышка, написано friendly, типа дружелюбная или нет. Окей, ладно, мы почитали это. Окейушки. Сказал, что нужно отправляться к маяку. Кто-то здесь как будто то ли нам пытается в друзья набиться, то ли кто-то пытается наоборот запудрить нам мозги, чтобы потом воспользоваться ситуацией и нас уничтожить. Я вижу, какой-то там есть лагерь. Ну что, сходим туда? Может быть, там кто-то есть из людей. Зафигачим палкой, почему нет? Все-таки мы должны здесь сражаться. Кто-то есть, нет? Смотри, шалаш конкретный. То есть здесь кто-то живет. Я вижу маяк, кстати. Мы можем пойти к маяку и посмотреть, что там. Потому что он говорит, что здесь... Мертвый мужик. Там мертвый мужик. Увидите? Блин, я боюсь, что я сейчас подойду, он что-нибудь на меня нападет. Реально мертвец. Охренеть. Так, ладно, смотри. Мне кажется, кто-то нас напасть может. Блин, как очково. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас здесь. Смотри, там на скалах что-то написано. Only death inside. Только смерть внутри. Видимо, маяк. А-а-а! Сволочь! Напугал меня! Так, нажмите правую кнопку мыши, чтобы сражаться, чтобы блокировать. Fuck you, сам ты fuck! Perform left or right attack. Нажимайте левую кнопку мыши, чтобы совершать атаку, окей? Ах ты сволочь, блин! Напугал меня! Козлина, to perform hack attack. Введите кнопку... вниз, видимо, scroll. Вот так вот, смотри, я реально могу еще... Ты падла такая, давай ему в лобешник. Я, по-моему, уже лобешник ему разбил. Че он там говорит? Вот, смотри, если мы крутим колесо вниз, мы какую-то хакерскую атаку совершаем. Смотри, у него прям вообще конкретно уже башка разбита, видимо.
Он дурак, его заставили богу молиться. Правая кнопка мыши у нас блок ставится, левая кнопка мыши мы просто бьем. Так, что у нас? Step attack has the longest reach. Какая-то стаб-атака имеет самую дальний охват действия. Ну давай. Падла, на тебе! Слушай, он меня сейчас загасит. Бей! Давай, это мы типа толкаем его, толкаем, степ. Давай, опа! Ну, сволочь, так. Поставили блок, опа. Получи. Блин, он меня урабатывает, у меня половина хп уже он мне снес. Сволочь ты такая, так. Давай, блок ставь. Ну, а тебе. Дай, сам сдохни. Блин, он меня убьет сейчас. Давайте его загасим, его загасить надо. На, закалю тебя, я тебя закалю. Блин, он меня убил. Черт. 96 выживших осталось на тот момент, когда меня завалили. Ой, я знал, что это ловушка какая-то. Как он меня напугал. Блин, я не ожидал, что он появится. Фу, ладно, мы сейчас вернемся опять туда и посмотрим, что произошло. Так, смотри, вон какой-то мыган у нас у костра. Пойдем-ка ему наваляем. Я думаю, что он как раз у нас, по-моему, был первым врагом. Тоже он у нас с каким-то факелом, да? Вот сейчас нас как раз будут обучать. Так, окей, давай. Эту атаку, отлично. Блок, блин. Да, я понял, что нужно блок выкидывать. Вот он бьет. На, сволочь! Так, отлично, и вот такая еще атака есть. На, заколем его. У него, смотри, первый удар, видимо, и сразу лобешник я ему. Сам ты сдохни! Блин, я тебя закалю сейчас, сволочь. Это что, колесом мне? Вот первая вообще игра, в которой мы колесом деремся. Я, по идее, его вообще могу вот так вот уработать. Фига, у него рожа уже покоцанная вся, ты посмотри. Все, я его уработал. Так, мы сможем смотреть с вами какую-то... А, вот, смотри, у нас есть часы. Эти часы показывают, сколько человек осталось здесь на острове. Я не понял, это кто там? А ты кто такой вообще, я не понял. Он пытается меня ударить, а ничего не может. Потому что я смотрю на часы. Лошара. Ты лошара, понял, что ты, да? Ты меня не можешь со мной ничего сделать, потому что я на часы смотрю. Да что ж такое-то, нифига у меня... У него труба какая-то. Капец, я манал, я бежал отсюда. Фига он меня вообще уделал. У него осколок трубы был, обрезок. Как он меня вообще уделал? Он бежит за мной? Тварь это. Блин, он за мной бежит. Сволочь. Что нам делать-то теперь? Нам надо как-то подкрепиться. Мы же сейчас как бы поставили, да? На паузу, насколько я понимаю. Суп надо сожрать. Суп съели, да? Ладно. У меня ничего не восстановилось, блин. Это очень плохо. А этот хрен бежит за мной, нет? Ты где? Гопник. Тварь. Вон, возвращается, кстати, наверх. Я могу как-то поджечь этот факел? Вон идет. Но у него обрезок трубы. Мне кажется, вообще не вариант с ним сражаться. Он меня уделает только так. Еще раз. У нас есть вот такая атака. Есть еще вот такая вот атака. Блин, ну что, пойдем на него. Он меня вообще с нескольких ударов вынес. На, падла. Здесь надо блок ставить. Вот так вот. На. Давай. Я блок не успел поставить. Блин, да что ж такое-то? Вообще уделывают меня только так. Так, погоди, давай-ка еще раз. Опа, опа, какой-то голодранец тут от меня убегает. Одного я завалил, ну, конечно, мне это стоило больших страданий и больших потерь, кстати. У нас 97 вроде как выживших осталось. У меня почему-то моя палка пропала, то есть, видимо, она действительно ломается или что. А может быть и нет. У меня есть факел. Факел мы сейчас сделаем как основное наше оружие. По крайней мере, им можно будет сражаться, насколько я понимаю. Так, какой-то чувак в трусах от меня только что убежал. Я надеялся получить, конечно, какой-нибудь нож с моего оппонента, но не получилось этого ничего сделать. По-прежнему у меня очень мало здоровья. Побежали за ним, может быть, мы его встретим, если что, надаем ему пенделей. Здесь вот кто-то очень опять страшный у нас появлялся. Камеры смотрят, все за меня палят. Что я буду делать, как я буду себя вести? Можно пойти вот еще сюда. Там вот вроде какая-то вышечка, есть какие-то огонечки. Блин, что-то тут такое... Ага, видимо, кого-то что пришились, смотри, 96. Происходит такой вот звуковой сигнал. Ладно, если что, мы всегда можем убегать, вот что я понял. Если ты не можешь противника завалить, просто надо бежать и все, куда глаза глядят. По-другому здесь никак нельзя. Конечно, это первая игра, можно сказать, где приходится драться с помощью колеса мышки. Это вообще настолько неудобно, это прям гипер неудобно, потому что здесь... Ну, не у всех колесо, оно, скажем так, щелкает. Вы сами это прекрасно знаете. Смотри, вот вроде как здесь можно, типа, перепрыгнуть, да? Сюда вот я смогу забраться, нет? Давай, 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 карабкайся. Ты умеешь карабкаться как-нибудь? Ладно, здесь колючая проволока, лучше, наверное, не рисковать.
Все-таки вот надо как-то пробраться сюда. Ну ладно, пойдем вдоль. Смотри, здесь вот вроде как открыть можно, но... Да, я не могу открыть, потому что здесь у нас цепь висит с замком. Ладно, вроде как-то светает, но как-то немножко повеселись. Вот здесь еще какой-то, кстати, лагерь. Что написано? Trust no one. Никому не доверяй. Так, кого-то опять завалили. По идее, я вообще могу просто сесть где-нибудь наверху, где-нибудь в каких-нибудь горах спрятаться и сидеть там. Пока всех не перебьют, потому что вроде как все остальные соревнующиеся, они здесь дерутся друг с другом. Как бы убивают друг друга. Я могу дождаться, пока один последний останется, потом пойти попробовать его завалить. Но, скорее всего, что он уже к тому времени будет, типа, прокачанный. Это, знаете, типа Каллинга, только у нас такой он здесь, с ботами. Приходится выживать, типа, голодные игры, все дела. Ладно, пошли, сходим сюда. Сможем ли здесь подняться, нет? За мной вроде никого нету. Хвоста никого нет. Ладно, я не хочу нарываться на колючую проволоку, потому что это может печально кончиться для меня. Пошли здесь. Походим, побродим, посмотрим. Вроде никого пока что нет. Было сказано, что вроде как надо идти на маяк, но при этом мы находили с вами записку, что на маяке столько смерти, больше ничего. Вот это тоже, кстати, интересный момент. То есть все-таки на самом деле, кому мы должны доверять? Хотя было сказано, что никому не верь. Что это такое, смотри. Death lies under the water, in the water. Типа, смерть находится в воде. То есть там, видимо, какой-то... Какой-то страшный рыбина плавает. Если мы прыгнем в воду, нас могут просто сожрать. Так, вот я вижу маяк. И вроде все, больше здесь я вообще ничего не вижу. Блин, вот эти боты, они здесь появляются. Они появляются очень неожиданно, на самом деле. Тихо подкрадываются, начинают материться и ругаться, и драться. Ладно, пошли. Так. Никого? Ладно, пошли дальше. Пойдем в маяк? Пошли в маяк, а почему бы нет? Раз там было сказано, что только смерть в маяке, ну пошли, нас, наверное, смерть. А что, ну, может быть там найдем какую-нибудь разгадку, кто мы такие вообще и что мы здесь делаем. Опа, смотри, ловушка. Видимо, я должен типа проходить мимо нее и услышится звон, когда вражина на меня нападет. Так, я помню это место, кстати, мы были здесь. Что у нас здесь такое? Здесь просто щит какой-то. Ладно, я буду по стелсу работать. Ага, вот, смотри, кол у меня есть осиновый. Если что, можно будет мертвецов каких-нибудь. Вампиров найдем, будем затыкивать насмерть. Так, здесь что у нас? Здесь у нас колючая проволока. Кстати, у меня восстанавливается вроде как здоровье само по себе. Сюда я прыгать не хочу. Ну, пойдем. По-моему, зря сюда приперлись. Вот здесь какой-то проход вроде есть. Ну, пошли сюда. Пойдем сюда. Тихо, спокойно все. Бочка. В бочке ничего нет. Блин, мне бы какое-нибудь оружие покруче. Типа топора какого-нибудь или мачете. С осиновым колом ходить. Смотри, наверху там вроде какая-то тарелка. Параболическая. Так, смотри-ка, несколько проходов есть. Но я предлагаю идти вверх. Двигаться в сторону маяка. Мне кажется, это верное направление для нас. Так, а когда я бью, у меня выносливость кончается, да? Ну да. Как, в общем-то, в лучших традициях. Так, смотри, там какой-то лагерь. Контейнер и маяк. Маяк уже, кстати, рядом. Пойдем к контейнеру сходим, посмотрим. Это домик какой-то. Мне кажется, здесь кто-то живет. Блин. Так, тихо, осторожно. Это может быть вообще ловушкой. Это может быть чертовой ловушкой. Вроде никого. Что написано? Так, смотри, опа. 5, цифра 5. А вон... так у нас там еще... Какая-то антенна для связи есть. Это не какой-то допотопный остров. С первобытными людьми. Давай посмотрим, что у нас здесь. Какая-то вот есть... Ключ! Я сделал это, я выиграл. Я и Тим, мы знали, что мы не сможем взять Адама. Take on Adam, видимо, его победить в честном поединке. Так что мы сыграли с ним такую трюк. Into the storage cage and locked him. А, мы его, короче, в этот контейнер заманили и закрыли его здесь.
Идиот никогда не выйдет. Подожди, а как он вышел? Мы же открыли. Тим никогда не видел моего лезвия. И Адам, и без Адама, защищая его, как щеночка. Я сделал это, я выиграл. Нужно было лишь подождать, пока Адам умрет от голоду. Возможно, я оставлю контейнер завтра. Просто ради того, чтобы поиздеваться. И потом я возвращаюсь домой. У нас есть ключ, кстати. Ключ под номером 12. Я боюсь, что когда мы... Ладно, вроде... Я думал, что нас кто-нибудь настигнет сейчас. Это что, у нас таблетки какие-то? Отлично. Таблетки, видимо, для здоровья. Прекрасно. Ладно, мы выжили. Я взял... Это у меня факел. Зачем он мне нужен? Подожди, мне нужен мой колосиновый. Колосиновый? Вот он у меня, отлично. Таблеточки. Что у нас таблеточки? Если я выпью таблеточки где-нибудь здесь, будем пилс, вот смотри. Для здоровья я ем, и у меня здоровье повышается. Хорошо, ладно, немножко вроде как восстановили его. Значит, можно идти дальше. Сюда пойдем. Ой, там мужик, смотри. С оружием? Он испугался? Он убегать от меня будет сейчас? Оставь меня в покое, говорит. А давай, мы можем с ним поговорить? Это, по-моему, тот как раз... Нет, это не мужик в трусах, который... Это не мужик в трусах, который от меня убегал. Смотри, у него есть палка. Просто оставь меня в покое. Загасим его или завалим? Отвали, говорит чувак. Просто оставь меня. Оставь меня в покое. Ладно, мы тебя оставим в покое, но сначала мы облутаем твой лагерь. Fly, лети. Куда лететь? Может быть, мы можем здесь прыгнуть и полететь? По идее, мы должны, конечно, завалить его. Wish I can fly. Я бы хотел, чтобы я мог летать, но море — это смертельная ловушка. Сказано здесь. Мне кажется, нам придется все равно от него избавиться, потому что там было сказано, что выход из этого острова только через остальных 99. То есть нам по-любому надо от него избавиться, наверное. Прости, чувак. А что ты, бей его. А что ты его не бьешь, почему? Давай. Вау! Ни хрена себе! Офигеть! Ужас какой, смотри, у него есть какой-то кинжал. Так, стоп, 94. Боже мой, я даже не знал, что... О, у нас еще труба есть, у нас еще есть такой вот нож. Блин, а вот интересно, какой урон у них? Какой у них урон? Ладно, я думаю, что металлическая труба, они, я думаю, что расположены в порядке увеличения урона. Будем, пусть у нас будет металлическая труба, но зато смотри, как мы этой колом его зафигачили. Если подойти сзади, то можно как бы типа добивание такое резкое сделать. Или костяной нож у нас будет, или труба. Давайте трубу оставим. Так, это мы как primary сделаем. А bone knife сделаем как secondary. Вот так, отлично. Смотри. Это у нас что? Это у нас труба. И это у нас... Она на двойку. Мы меняем. Давайте на двойку поменяли. А что он не меняется? Почему? Я не понял. Почему он не меняется? Вот я на двойку нажимаю. Не меняется просто оружие. Бред какой-то. Ладно, с трубой нормально тоже ходить. Капец. Мне, конечно, жаль, что нам пришлось это сделать, но зато мы избавились от одного нашего конкурента. Там кто-то есть, нет? Трава просто. Ой, вот здесь вообще ничего не видно. Ну, пойдем посмотрим. Так, что у нас здесь? У нас здесь какие-то заросли. Забор, я вижу. Это что у нас, пенек? Пенек неплохо устроился, я смотрю. Вот, смотри, у него здесь костровище. Блин, а где у нас был маяк? Вон маяк, да, стоит? Ничто, кроме смерти, там нас не ждет. Давайте сходим, проверим. Так. Ну, судя по всему, нам нужно идти вниз. Блин, вот дождь, вот зря пошел, конечно. Вообще ничего не видно. Я так полагаю, что некоторые враги здесь будут кооперироваться и толпой нападать. Я думаю, что так и будет. Хотя вроде как каждый сам за себя здесь. Так. Маяк. Ух, маяк, ты далеко, ты смотри-ка. Маяк очень далеко. Это что у нас такое здесь? Какие-то... Рука помощи и типа иди сюда. Ладно, пойдем сходим, посмотрим, что у нас там такое. Это что такое, смотри. Какой-то аэрозоль. Кто-то аэрозолью нарисовал здесь руку свою. Пойдем сходим. Это что такое, смотри. Тоже желтая краска. Куда нужно идти-то, я не понял. Вообще ничего не видно, на самом деле. Просто ничего не видно.
Пойдем сходим к той мачте. Там вроде какой-то радиосигнал передается. Там лагерь. В лагере могут быть люди. А люди в нашем случае это плохо. Никого? Вроде никого. Посмотрим, может быть, что-то найдем, поживиться чем-нибудь. Опа! Смотри-ка, что тут такое. Что тут есть, смотри. Бункер! Ни хрена себе. Что за бункер? Что за бункер здесь? Здесь даже можно вот так сидеть, отстреливаться. Хотя нет никакого оружия у нас. Можем смотреть, наблюдать за тем, что происходит. Пойдем посмотрим, что у нас здесь написано. I, you've got your stuff. Не могу найти... Не могу открыть эту штуку без ручки. Что написано? Come find me, please. Приди и найди меня, пожалуйста. I've got... У меня твои вещи. No more hiding. Больше не могу... Больше не могу спрятаться. Что-то там... Сражайся. Идиот! У тебя было безопасное место, но ты... Слишком задержался. И не спрятал ручку от двери. Тебе нужно отследить этого мужика. Слышите, что за звук? Кто сейчас говорил такое? Down in the village. Тебе нужно идти вниз в деревню и забрать эту ручку. Код to the radio in there. Код к радиовышке здесь. Sorry, it's out of legs. Что-то там. А, я пить, может быть, хочу. Давайте попьем. Давайте попьем. Где у нас было это здесь? Water bottle. Consume. Все. Выпили? Можно даже что-нибудь съесть. Где у меня еда? Empty can. Пустая банка. Блин, у меня еды вообще никакой нет. Я, кстати, начинаю голодать уже. Значит, нам нужно спускаться вниз в деревню. Я бы с радостью это сделал, честно говоря, уже после того, как у нас расцвело и прекратился дождь. Я могу персики сожрать, давай. Пойдет, нормально. Кстати, персиками ничего он наелся-то, смотри. Надо вниз в деревню какую-то спускаться надо. Ладно, друзья мои, давайте здесь остановимся. Вот такая вот насыщенная серия у нас получилась. Это была игрушка Other 99, остальные 99. Я не знаю, нравятся вам такие игры или нет. Если да, то, конечно же, ставьте палец вверх и пишите об этом в комментариях. Может быть, вы уже играли в эту игру и дадите мне несколько дельных и важных советов по сюжету, куда нам на самом деле нужно идти, как здесь лучше выживать, может быть, какие-то хитрости есть. Буду очень рад вашей любой помощи. Если вам понравилась эта игра и вы хотите продолжение, то мы будем ее играть, будем ее проходить, пока нас здесь не завалили. Пока вроде мы живы. Ладно, друзья мои, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. А пока что всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду на угли, а ты всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду на угли, а ты подпишись.